самоизоляции. Это дочь Наташа была видна. Пересматриваю часто семейный видеоархив. Вот сейчас смотрю, как дочь Наташа с внучкой Полей. Это голос Поли слышен. Проходит в Турции по каньону Сападеры. И сразу раскрываю клипов записи этого мотив. Я все еще надеюсь брешь пробить. Пониманию, что любовь в общем. Дар прекрасное увидеть. В сознании людей барьере. Спасибо.